Это мне почти в небе половинка. И с бабушкой тоже. Да то? Да, да, да. Ой, не хочет. Ну надо, надо. Ну, вы поедем, но сейчас мы в любом случае. Тоще написал заявление. Тоще написал. На разрушение. У нас же людей трошки меньше, если по-русски. Я полетел в Луганщину, зараз я вам выдам харчовый набор та пленку, если я разрушение накрою. Будьте ласка. Ну, а все добро, бережите себя. Ну, добре. Будем стараться бережить. Бажаю здоровья. Здравствуйте, что, здравствуйте, дела? Родные наши. Собрались все, да? Собрались, я так... Сумки можно класть? Конечно, конечно. Так, у нас кто на эвакуацию сегодня? Я в больнице. В больнице. Мы... Тричо, и Сергей, и я, и Ося, Оля. А вот так вот еще можно сделать. О, вот так вот, раз. И вас видно, видите? Доброго дня, Україна! Ми, жителі села Макеївки, дуже дякуємо православним з України, Олесі і її хлопцям. Також ми дякуємо із города Дніпропетровська, Мариночці із ринку і Олегу, який проживає в Дніпропетровській області з села Глубинка. А також ми дуже вдячні нашій поліції Луганської області.